У сгоревшего? Там и был ярче. Ярче? Да, поярче, значит. В поле, да, он лежит? Он живой вроде, я бегу к нему. С города это прилетело, а с выдашевского. Так, броник не забудь. Смотри, скоба. Вот, 260-200 метров проезжаешь, там наших увидишь. Вот там упавшая елка, 260. Видишь? Вот перед елкой там раненый затерем. Крек, сейчас к тебе приедет медик. Одиночный мой выстрел был. Сейчас ем. Подожди, сейчас. Директор, медик. 166, надо трассер оттуда. Это по вам, да, летит все? Убил тех, кто ГП шел. Я в строю. Так что, примерно, не помнишь, откуда работал? Нет, нет. Ну, дом, дом, коричневый. Да, вижу, вижу, вижу. Дай мне время. Я к Петру пошла за это. Грек жив? Да, да, жив. Одного убил, в доме все еще есть еще один. Второй этаж. Сейчас дам трубу. Понял? Так, Бутер там стоит? Да, Бутер там стоит, я стою просто с столом, ладно.
Ранен. Сначала пехота, потом уже что-то прицельное, потом дошибает. Ранен. Я в оранжевом доме, в почте. Вдоль забора, иди. Да, я понял. Вдоль забора у дерева? Да, справа. Там труп должен быть. Там еще ползу, тут труп и тут ползу. Просто нашел. Дал туда гранату. Вижу в поле. А где азимутхой? Они у нас ярче получаются за... Дымах. Добил кого-то.
А, это он же, походу, он скинул ДВ и откатывался от нее в сторону. Через зеленый, да? БТР, кажется. Слышу, прям едет он к базе. Ага. Уезжает на запад по дороге. Все, он уехал на запад. На юге АГС тоже работает по триггеру. Надо юг усилять, скорее всего. Да, давай, сейчас Айдар туда, там ярче на севере. Беттер возвращается, Айдар. Там же по дороге. Там по тебе? Нет, просто по триггеру. А, вижу, стоит. Контакт на гранате. В упор уже русские. Да. Забрал РПГ-7 и полную сумку снарядов. Трубу выкинул. Беттер? Сразу сгорел. Хорошо, я рядом. Если у меня еще стоят вот рядом, я буду на вилке лежать. На гранате. Хорошо. На той стороне еще. Еще минимум два, еще минимум два. Было три переговора, трое. Там же, там же, там же. Убил. Грек жив.
На вашей стороне они, да, или чё? Да. С РПГ шайтан, ты? Да. Твоя херня стреляет. Вы убили типа, который по вам стрелял в вашем лесу? А, вижу его, он прям к вам крадется. Стрелил. Кто сейчас стреляет? По тебе, да? С вашего леса ГПшит по мне, если чё. На 261 пацана. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.